Заварной малиновый крем. Делается очень просто. Берем ягоды малины из морозилки, горсть, например, кладем в ковшик, заливаем водой или молоком стакан, нагрели и как добавили манную крупу до загустения. Ну, как обычную манную кашу варим. Чуть-чуть поварили, 5 минут буквально. Помешали, оставили остывать. Когда она подостыла, взбиваем на блендере или миксером погруженным лучше, с маслом сливочным. Тоже так все делаем на глаз. Кусочек масла небольшой такой, четверть пачки, треть. Получаем крем.